Это событие коренные жители Югры ждут всегда. Они готовятся к нему заранее и тщательно. Настраивают себя и своих молчаливых друзей-оленей на новые впечатления от встреч с туристами и журналистами. Потому что это их день. День оленеводов. Непредсказуемый и очень волнительный. И не дай бог случайно оказаться на пути. От нервного перенапряжения и страха перед незнакомыми людьми олени могут снести любого человека. Что, кстати, и произошло с моим оператором. Невероятно, в это трудно поверить, но за несколько секунд, что олени на немалой скорости протащили нашу телевизионную технику по земле, главное, камера не пострадала, а оператор всего лишь отделался легким испугом. Для самих же коренных жителей такие ЧП не редкость. И сами они реагируют на них, как на обычное явление. Олени волнуются, их понять нужно, а значит и простить. Тем более, что рядом с ними всегда соседствуют их безобидные сородичи, уже привыкшие к чрезмерному вниманию людей. День оленевода коренные жители называют не зимним, а весенним праздником. Они проводят его с конца февраля и вплоть до начала апреля. В этот период как раз олени сбрасывают рога, а оленихи-важенки готовятся к отелу. Одни из первых в округе свою олимпиаду организуют оленеводы Саранпауля. Обратите внимание, все-таки правильно по отношению к Саранпаулю говорить не день оленевода, а олимпиада. Это событие, которое проходит здесь один раз в два года. Этим Саранпауль и отличается от всех других территорий Югры, где, как правило, день оленевода отмечают каждый год. На официальном гербе Саранпауля изображен орнамент золотого оленя. И мой дед Павел Павлович Рокин всю жизнь свою посвятил оленеводству и неоднократно участвовал в олимпиадах, был победителем. Поэтому я думаю, что в каждой семье, наверное, есть либо тот, кто до сих пор занимается оленеводством, либо те, кто вышли из этой среды. Первые олимпиады оленеводов стали проводить в Березовском районе в национальном поселке Сосьваш в 1936 году. А в Саранпауль праздник перенесли уже спустя 30 лет. С тех пор он здесь в основном и проводится. Ну а сегодня мы с вами присутствуем уже на 72-й олимпиаде оленеводов. Традиционные гонки – вот главное, что привлекает туристов, жаждущих экзотики и ярких впечатлений. Просто удивляемся и поражаемся и красоте этой. Вообще молодцы, шикарно. И великие люди, наверное, все-таки с такой тяжелой работой, все время там с ними, с этими оленями, в морозах, в этих, в тайге. Ну, не знаю, герои, конечно, что, но интересно, как ездят. Тоже мастерство своего рода. Так кто же из оленеводов быстрее, сильнее, опытнее и уж чего греха таить, обладает большим везением, чем все остальные? Удивительно наблюдать за тем, как оленевод едет стоя. Одно дело мчаться по прямой, а другое – удержать равновесие и при этом не упасть. Падение – это уже, считайте, не зачет. Это проигрыш. Но пока оленевод проехал, правильно, будем надеяться, что он заслуженную победу получит. Очень сложная гонка и очень много падений. Мои слова оказались пророческими. Именно этот участник соревнований, Александр Рочев, стоя на нарте, показал лучшую скорость. А вот другой оленевод, Анатолий Сметанин, сумел доказать, что ему равных нет в гонке на рысь. Сейчас идет самая сложная гонка. Это гонка на рысь. Тут главное удержать оленя на дистанции. Оленеводу нужно приложить все свое мастерство, чтобы олень чувствовал своего хозяина и не предал его в самый ответственный момент. Как победитель одной из самых ответственных гонок, Анатолий Сметанин выиграл главный приз – снегоход «Варяг».
середине 50-х, 60-х годов прошлого века победители Олимпиад получали по сегодняшним меркам весьма скромные призы. Это обрезы тканей, платки, одеколоны. Но оленеводы и особенно их жены очень радовались таким подаркам. Сегодня призы уже совсем другие. Это снегоходы, мобильные электростанции, бензопилы. Ну, согласитесь, есть за что побороться. Хорошо проходит первую половину дистанции. Тем более, что соревнуются между собой лучшие оленеводы Саранпаульской оленеводческой компании. Это четыре бригады, в которой работает примерно 40 человек. В основном представители старшего поколения. Они всю жизнь трудятся в оленеводстве и стараются воспитать себе достойную замену. Немало среди них и женщин, которые, пока дети учатся в школе-интернате, вместе со своими мужьями по несколько месяцев в году живут в оленеводческих стадах. Дикая природа, горы, лес, и мы олени. Чум. Цивилизации нет никакой. Это хорошо или плохо? Мы привыкли, тянет нас туда. Анастасия Алексеевна преодолевает последние метры трассы. Так же, как и мужчины, женщины легко справляются с оленями и наравне с сильным полом участвуют в гонках. На 72-й Олимпиаде оленеводов лучшей стала Наталья Хозяинова. Ей достался телевизор. В этот день чествуются люди, годами работающие в оленеводческой компании. Для них олени – это все их богатство, это одежда, пища и способ передвижения. Именно ради оленей многие коренные народы и сохраняют свой традиционный образ жизни. Не было бы оленей, нечего было бы и делать в лесу. К сожалению, многие оленеводы в силу возраста уходят на пенсию, а вот заменить их бывает некем. Нынешняя молодежь в оленеводческую отрасль стремится неохотно, предпочитая комфортные условия труда и достойную зарплату. Труд оленевода, пожалуй, самый сложный. Это постоянная жизнь в лесу, суровые климатические условия. И, наверное, если не секрет, зарплата небольшая. Как оленеводы выдерживают? Ну, оленеводы, кто там работает, это они, как сказать, потомки дедов и прадедов своих. То есть, ну, люди фанатично преданы своему делу, любят оленей, потому что там по-другому нельзя. Если ты, ну, как без любви, то скучно там жить. Для того, чтобы привлечь людей в отрасль, надо им платить достойную зарплату. А без денег кто будет работать? В среднем 25 тысяч сегодня. Развитие северного оленеводства правительство, конечно, субсидирует. Вот только эта цифра, 940 рублей за одного оленя, не меняется годами. А цены на продукты и оплату ЖКХ, сами понимаете, растут несоизмеримо. Вот почему оленеводы и настаивают на индексации субсидий. С увеличением зарплаты в отрасли трудилось бы больше людей. У меня родители работали в оленеводчестве. Я тоже решила, что продлить династию своих родителей. В поселке же легче жить. Ну что теперь? Судьба такая. Вышла замуж за оленевода и теперь там. Василий Рамбандеев – один из самых уважаемых оленеводов в Березовском районе. Работает в бригаде, только вдумайтесь, с 1978 года. 40 лет. Все время на улице тяжелый труд. Холодно. Ну и молодежь не старается. Условия тяжелые. Почему вы пошли в оленеводческую отрасль? В те города как-то престижно было оленеводство. Почему престижно было? Техники не было туда-сюда. Лошадь да олень. Василий Владимирович – профессионал, которому во многом равных нет. На прошлой Олимпиаде оленеводов в 2016 году он выиграл снегоход в гонке с общего старта. Вот и нынче Рамбандеев одержал победу в этом же виде соревнований, а заодно и стал обладателем очередного снегохода. Кстати, именно самый зрелищный вид соревнований – гонка с общего старта, кроме как в Саранпауле, нигде больше в округе не проводится. Так что победа в этом виде состязаний весьма почетна и ценна. Если ты занимаешь первые места, то значит, у тебя в бригаде все благополучно, у тебя все развивается, то есть ты на коне, так скажем. Или на олене в данном случае. Многие из участников гонок пробовали себя впервые в соревнованиях, что называется, на авось. Вдруг повезет. Для новичка тяжело. Конкуренция здесь большая.
А в чем трудности? Какие навыки вы должны? Нужен опыт. Опыта нет, поэтому тяжело. Устали? Устал. Как будто сам бежал. И заметьте, устают не только люди, но и олени – полноправные участники гонок. У некоторых даже не остается сил, чтобы просто идти. Какие ощущения от гонки? Ну, все равно это душевно как радуется, что я участвовал. Главное, они у нас. Ой, да не умею я это что. Почему вздыхаете? Да переживаю. Ну и, конечно, кроме гонок на оленях, обязательная часть любого праздника народов Севера – это традиционные соревнования по национальным видам спорта. Жители и гости села с удовольствием пробуют свои силы и ловкость в метании аркана на хорей. Есть попадание. Прыгают через нарты и, что вызывает особенный восторг у детей, участвуют в распиливании бревна на скорость. Вот здесь, на реке Ляпин, установлено 6 теплых чумов. В них жители и гости села могут отведать жаркое из мяса северного оленя и попить горячего чая с дымком. Ну и, конечно же, просто согреться. 300 рублей – такова цена горячего обеда, состоящего из бульона с олениной, чая и ватрушки с брусникой. Вполне достаточно, чтобы сытно и вкусно перекусить. Насколько это неблагодарный труд на празднике не видеть самого праздника, а работать на кухне как дома? Очень благодарный труд. Люди приходят, едят счастливы. Им нравится, как мы готовим. Нам приятно накормить население и местное, и тех, кто приехал в гости к нам. Мне на 2 порции оленины. Ну, у нас традиционное жаркое из оленины, которое готовится именно на печке. Выпечка традиционная, растягай с рыбой. Что привлекает в праздник? Неужели только вот покушать, согреться? Красота. Дорога. Сел 250 километров, поехал. Романтика. Экзотика. Вот в городах, крупных мегаполисах такое складывается ощущение, что люди все-таки разобщены друг с другом. А вот в таких национальных селах и деревнях, как Саран-Пауль, местные жители рады любому гостю. И получается, что Олимпиада оленеводов, она объединяет людей. Участники гонок могут пообщаться друг с другом, обменяться опытом. Вот туристы могут познакомиться с культурой комизырян, манси, ненцев. И на душе-то у людей остается ощущение какого-то настоящего праздника, может быть, самого необычного и оригинального в их жизни. И кто знает, может быть, сегодняшние мальчишки, зарабатывающие на карманные расходы катанием туристов, как и их родители, дедушки и бабушки, все же станут профессиональными оленеводами. А иначе, ну какой он тогда настоящий коренной житель, если у него нет оленей? Чем он отличается ото всех нас, людей пришлых, которые, впрочем, как дети, испытывают восторг и умиление при виде таких красавцев – оленей? Миш, ну что, прокати меня? Поехали! Поехали!